Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Нагнали. Здрасте. Витя лох. Спустись вниз, Юра. Да, уже сдохну. Этот вопрос интересует всех. Меня, мою маму. И меня. Казахи не люди. Юра, спустись вниз. Егор Фримен, 174, привет. Витя тебя послал. Пошли, Витя. Пошли, Витя. Пошли. Дурак, я слышу тебя. Юра, легенда. Тебе надоело жить? Да, мне надоело жить в Угеле. Это говно. Они поговорили, короче, с моей мамой. Моя мама теперь меня не любит и хочет, чтобы я умерла. Ты хочешь кого-то заблокировать со злости? Да. Юра заблокирует. Блин, Адя, ты что, не шаришь, когда в ЧС? Что делать? Юра, ты спустишься или нет? Нет, он же дурак. А, ну да. Жаль его, как и меня. Я тупая дура, которая не написала ни одну олимпиаду. Видишь, Витя, не обязательно меня даже обсрать, я могу сама себе обсрать. Выбью таблеток, которые память затупляют и забудет. Я и так тупая, куда мне уже тупее, блин? Главное качество — работа ртом в перерыве. Вот почему меня любит Лиза. Юра, ой, Витя ржет там, я слышу его голос тупой. Привет. Как смешно. Люблю... Ты как ты? Я назвала трансляцию, когда я сдох. Как ты думаешь, как у меня дела? Я в школе. Я планирую умереть сегодня вечером. Нет, днем, после школы. Ой, Даня, Даня, мне надо с тобой поговорить. Даня, мне надо с тобой поговорить. Мне надо... Ладно, я выключу.